Так, ну чё, продолжим. Так, стоп. Нужно загрузить. Загрузить. Сохранился вот раз на корабле. И какая-то миссия там на планете с этим стерозином. Какой-то поединок там будет. Тамплиера, что-то еще закрытое здесь интересно. Здесь вроде все. Да, здесь все. То есть тамплиер. Что у нас за тамплиер будет новый, наверное, пару миссий как раз откроются, вот эти вот интересные, можно будет их опробовать. Ну, погнали, миссию. Чё? Что там сказать хотел? Тьма алчит крови, малаша. Пришла пора мне захватить вас. Да начнется Ракшир. Начнется. Так, чтобы выполнить некоторые дополнительные задачи, нужно разделить свои войска. Да ну. Вот это серьезно. Надеюсь, это не на время будет, самое главное. А то когда время, все это подгоняют. Охота все же построить. Ритуал Ракшир начался. С этого момента лишь Аларак и Малаш имеют право сражаться друг с другом. В этом бою нужно победить противника и повергнуть его в бездну обреченных. Тот, кто сделает это, станет новым лидером Талдаримов. Проигравший же лишится жизни. Похоже, их силы примерно равны. Так и есть. Однако, насколько мне известно, Ракшир не запрещает союзникам бойцов поддерживать их на псионном уровне. Наши воины смогут прийти на помощь Алараку. Но Талдаримы также могут поддерживать Малаша. Я подготовлю наши войска. Малаш будет яростно сражаться. Мы должны быть готовы ответить тем же. Мы едины. Скоро Талдаримы пошлют воинов на помощь Малашу. Мы должны всячески поддержать Аларака. А как поддержать, я хрен его знаю. Так, выход здесь. В углу, короче. Талдаримы питают Малаша своей энергией. Алараку понадобится помощь наших воинов. Mm-hmm.
его сдвигает, конечно. Короче, пока ни хрена не понятно. Так, улучшение воздушных войск. Так, пока погоди. Надо здесь достроить все. Что-то там оборонять, короче. Сейчас мы еще Нексус влепим. Почему-то охота мне влепить Нексус. Пускай здесь. Так, оружейную по-любому влепить надо. Два стрелка сидит. Ничто не помешает мне отомстить. Ордане сшли своих воинов. А что за фигня? Что делать? Я сердце Соларита в местных организмах крайне высока. Нужно уничтожить этих зверей. И думаю, что Лараку об этом знать не обязательно. Как скажешь, иерарх. Да, ваша псионная сила переполняет меня. Вперед, рабы! Убейте всех, кто придет на помощь Малашу. Аларак, я вижу, ты забыл, что эти воины подчиняются мне, а не тебе. Есть, давай еще один. Было бы мудро вызвать здесь второй Нексус. Да вызвал я, что-то. Так, это строится. Войска Талдаримов собираются напасть на наш Нексус. Братья, убить всех перворожденных. Где они?
делается, что там дальше. Оружейная есть, батарейку, патронки надо. Иерарх, я чувствую присутствие гибридов. Они идут на помощь Малашу. Нам явились посланники Амуна. Воины, сражайтесь достойно! И однажды вы тоже вознесетесь, став гибридами. О, твоя ложь так убедительна. Я почти восхищаюсь тобой. Так, что там дальше? Кибернетическое ядро надо поставить где-то. Хотя зачем оно мне здесь? Так, тогда здесь. Звездные врата надо. Мешает мне отомстить. Артани сшли своих воинов. Так, архивы нам что, тамплиеры дают. Дальше что? Звездные врата надо строить. Улучшение завершено. Так, после врат у нас идет какая-то техника, завод. Улучшение завершено. Потом святилище. Потом у нас узел и маяк. Я чувствую приближение гибридов. Будь наготове. Понятно, так в мячик играем туда-сюда и все. Так, вторая линейка пошла. Враг увидит, на что мы способны.
Хотя вот здесь пилонов понаставить можно. Так, тамплиеров парочку. Так, тут построим. Ваши войска вступили в бой. Слияние совершено. Требуется больше Виспена. А что с Виспеном-то? Виспена капец мало. Ладно, ваши войска вступили в бой. Изучатель пустоты. Я голос затмения. Вступили в бой с
противником. Улучшение завершено. База атакована. Сутки есть, это хорошо. Пена много требует там. Гибрид Исполин! Артанис, будь осторожен! Враг увидит, на что вы способны! Короче, пока нормально усилились. Улучшение завершено. О, материнский корабль, я же замутил. Вот оно что, ну там 1000 виспена. Пока все улучшения сделаем. База атакована. Артанис, прислай войска. Мне нужна их сила. Больше силы.
броня протусов. Че вот броня протусов ноги? Так, тут последнее изучается, здесь еще немножко. Растворяемся! Надо зелотов понаделать. Этих товарищей. Это все с виспеном. Все виспена стоит. Короче, на корабль надо топить. Что ты предложишь? Будь по-твоему. Здесь занять место, базу поставить. Так, почти косарь есть у нас. Материнский строй. Сердце тьмы.
Я чувствую приближение гибридов. Будь наготове. Уже победили. Смотреть, как они убивают-то. Так. Месторождение минералов истощено. Враг увидит, на что вы способны. Месторождение минералов истощено. Улучшение завершено. Месторождение минералов истощено. Начать кровопролитие! Ну, лютая тема вообще этот корабль. Месторождение минералов истощено. Телепортирую его на корабль. На наш
наши зомби на базе атакована. Начать кровопролитие. Вмешательство глупца. Хасар де Темпла. Начать кровопролитие! Раствориваемся! Требуется больше виспена. Зараза. Я соглашусь с тобой на этот раз. Предварительное сканирование показывает, что солорит является побочным продуктом работы их аномальной пищеварительной системы. Ты хочешь сказать? Впрочем, неважно. Я не желаю знать. Призматическое ядро активировано. Враг познает нашу ярость. Наши деяния. Враг познает нашу ярость. Иерарх, к Малашу движутся особо сильные гибриды. На этот раз. Призматическое ядро. Риккан, ток и шар. Мы вступили в бой с противником. Наши деяния будут славы. Надеюсь, это что-то важное. База атакована. Мне нужны твои войны. Сейчас не время осторожничать. Мы оплот силы. Враг увидит, на что вы способны. Рождение.
чувствую приближение гибридов. Будь наготове. Риккан, Ток и Шар. Начать кровопролитие. Надеюсь, это что-то важное. Я соглашусь с тобой на этот раз. Призматическое ядро активировано. Сейчас позырим, что здесь в уголке. Гибриды спалили. Артанис, будь осторожен. Ваши войска вступили в бой. По праву рождения. База атакована. Начать кровопролитие. База атакована. Борода Урала. База атакована. Сила Малаша растет!
Римов! База атакована. База атакована. По праву рождения. База атакована. Призматическое ядро активировано. Я соглашусь с тобой на этот раз. Рик-кан, топ и шар. База атакована. База атакована. База атакована. Месторождение минералов истощено. По праву рождения. База атакована. Достойный приказ. Месторождение минералов истощено. База атакована. Наши деяния будут славиться в веках. Хороший план. Иерарх, к Малашу движутся особо сильные гибриды. По праву рождения. Место рождения. База атакована. Наши деяния будут славиться в веках. Я соглашусь. База атакована.
патронов истощено. Рик Кан. База атакована. Достойный. Начать кровопролитие. Наши деяния будут славиться в веках. Я соглашусь. База атакована. Приближение гибридов. Будь наготове. Я соглашусь с тобой. База атакована. Не стану себе в этом отказывать. Впечатли меня. База атакована. Начать кровопролитие. Атакована.
вступили в бой. Терплю вмешательство ловцов. По праву рождения. Не стану себе в этом отказывать. Наши деяния будут славиться в веках. Соглашусь с тобой на этот раз. По праву рождения. Риккан Тогышар. Достойный приказ. Соглашусь с тобой на этот раз. По праву рождения. Все, походу. Наши деяния будут славиться в веках. Мы верны владыке. Войска вступили в бой. Требуется больше Виспена. Зараза, Виспена-то нет. Хасар де Темплай. Закончили, малыш. Вскоре все познают глубину твоего мироловства. Ирак, к малышу движутся особо сильные гибриды. Наш господин уже победил, Аларак. Ты лишь поведешь Налдоримов в гибель. В одном ты прав, малыш. Их поведу. Yeah.
праву ритуала Ракшир, теперь я ваш владыка. Слушайте и повинуйтесь. Малаш обманул вас. Нам не дано вознестись. Долдаримам никогда не стать гибридами. Амун предал нас. И за это его ждет смерть. Вот так вот.